Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 2 июля, и я вот подошла к банановым ногам, чтобы сразу показать. Я только что сегодня выложила видеоролик, где банановые ноги в теплице, и там я сказала, что еще я хочу попробовать высадить дикие ноги, чтобы вырастить лежа, в положении лежа. Вот это вот моя та самая грядка-ленивка, где вон у меня Демидов там будет лежа лежать. Вот здесь Настенька, которые без всяких там, без опор, без подвязок. Тут же внизу у меня Демидов, который с тоннелей, который я оставила, помните, я говорила, что жалко себе, оставлю несколько штук, тоже будет лежа. И тут же я ради эксперимента посадила, также лежа будут банановые ноги, потому что, как я уже говорила, они очень похожи на монгольского карлика, у них много-много-много вот этих ответвлений. И вот он, видите, он лежа уже начал сюда свисать, даже через эту, через барьерчик. Тут они, конечно, в открытом грунте, наверное, им все-таки, ну, не очень комфортно, потому что они заявлены как тепличные. Но у них много завязей, вы видите, они тоже здесь уже завязали плоды, такие же полосатенькие, и все. И вот я, этот ролик будет короткий, я просто ради интереса хочу показать вам, какие банановые ноги бывают, если их вообще не ограничивать, если они в диком виде. Смотрите, я насчитала 12 вот этих, видите, от одного ствола идут как бы отдельные растения. Вот растения, вот растения. Если бы вот их прикопать в землю, они бы шли таким рядком, и казалось бы, что их высадили строчкой просто семена. Видите, сколько много. Я их всех оставила, всем разрешила жить. Но тут у меня всего будет 4 кустика, чисто ради эксперимента. Вот тоже. Видите, вон они, ножки висят маленькие. Вот они, ножки. И все эти вот отросточки, отросточки. У меня тут как такая, как бы, ступень, видите, до земли сколько. Как возвышение, терраса, что ли. Я вот сюда их вот так все перекину, какие будут лишние образовываться. И посмотрим потом, насколько урожайность вот в таком виде, когда мы не ограничиваем количество вот этих пасынков, сколько даст так урожай банановые ноги. Все, до свидания. Вот это вот краткий видеообзор, как у меня тут валяются банановые ноги, без подвязки, без шпалер, даже без колышков, без всего. Ох, ножки. Будет их, вероятно, много, потому что уже много-много кисточек и цветов. Они прям как это, как декоративное растение. Они цветут, 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 цветут. Очень много цветочков. Если все будет хорошо, если град не побьет, все это будут плодики. Все, до свидания.